Всем привет, с вами Колян, и я продолжаю играть в Тени Тирана на сервере Hypixel. И это новая карта, я не знаю, как она называется, но она по части Е. То есть там заходишь, она на 12 человек, и там написано часть Е. Я один раз тут профукал, потому что меня пролагивало из этого текстурпака. В принципе, ну так и должно быть, это же текстурпак, ё-моё. Видите, как у меня пролагивает жестко. Вот я лолка. Лолка. Ну и сказал. Тут еще проблема в том, что люди вообще не падают, прикиньте, то есть они бессмертны. Да что за придурок, а? Упоротая какая-то. Шмара. Так, давайте дальше пойдем. Давайте-ка пойдем дальше. Вот тут. Тут еще, кстати, никто не слился. Они что, такие тащеры, что ли? Обычно на этой секунде уже все сливаются. Почему они на этом уровне даже, еще скажу вам? Я офигеваю от них. Неужели они научились играть? Читеры гребаные. А я прикину сейчас, если тут все читеры, я один не читер такой. Ну ладно, да. Так, давайте пойдем-ка сюда. Так. Ну, короче, мне этот аккаунт разблокировали, он был заблокирован, можно сказать так. И у меня сейчас он разблокирован, как вы видите. И сейчас я смогу спокойно играть на лицензионном Майнкрафте. Но летсплей я все равно буду снимать под тем аккаунтом, который на сервере запущен. Потому что так будет лучше. Так, давайте-ка. Блин, 6 человек, нифига себе. Их было 11. Вообще никто не сливается, получается. Капец, они тащеры. У меня из-за текстур пака лагает, я еще живой, вот. А как они могли сливаться тогда? Уже 5 человек осталось. Так. Так, сейчас. Сейчас мы это. Так, прыгаем, прыгаем. Я думаю, сегодня я сыграю три раунда, то есть, ну, в честь того, что у меня долго не выходило видео с Тени Тираном. Поэтому я сегодня сниму три Тени Тирана. Лагала, залагала, залагала, залагала. Это все из-за лагов. Черт. Давайте тогда сейчас второй раунд сыграем. Я уже без текстурпака лучше буду играть, потому что у меня лагает. Сейчас вернусь. Так, все, мы продолжаем. Это я убрал текстурпак и зашел на еще одну карту. Сейчас точно затащу, потому что у меня не лагает совершенно. Ну, менее лагает. И карта побольше, поэтому тоже менее лагает из-за этого тоже. Больше не буду играть на картах, где 12 человек вмещается. Это фигово. Это плохая затея. Но я хотел просто новую карту как бы посмотреть. Я просто увидел, новая карта. Жалко, что только на 12 человек. Там же, в принципе... Черт, за мной кто-то бежит. Да, да, детка. Я еще снимаю, меня попролагивает. Это капец какой-то. Меня тут, походу, единственное лагает жестче всех. Красава, даже через меня не пробежал. Вообще, респект таким пацанам, которые... бегают, чтобы выжить, а не чтобы кого-нибудь скинуть. Потому что ты когда кого-нибудь начинаешь скидывать, ты сам падаешь, понимаете? И это... Ну, это не очень, как бы. Как так? На 12 человек... На карте, где меньше карты, там человек сейчас... Ай-яй-яй. Все равно лагает. Да, все равно лагает. Может быть, дальность прорисовки убрать? Ну, какая разница, на втором уровне это... О, красава. Тоже еще один мужик. То, что никому не мешает, сам прыгает по себе. Как говорится. Так, 6 человек осталось. Капец. На маленькой карте, где блоков в 3 раза, наверное, меньше, да, выжило до сих пор. В этот момент еще все были живы. Ой-ой-ой, что-то я затупил. А тут уже 5 человек осталось, и... Но это не круто. Нет, это круто для меня, но для них это не круто. И
Или там профи играют на маленьких картах таких. А я такой лол один зашел, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то у меня мышка залипла как-то. Черт, что-то я вообще сегодня не тащу как-то утром. Ну да, утром снимаю что-то. Эх, ладно, давайте последний раунд и заканчивать буду. И все, это последний, третий, решающий раунд, и мне нужно затащить обязательно. Ну, пожалуйста. А то я не могу три раунда подряд, как Лалочка, слиться просто, знаете, что... Даже не на втором месте, ну хотя бы в тройку вошел в прошлый раз. Ган! Ненавижу таких тварей. Все, короче, это не мой день сегодня. Единственное, тут смотрите. Ладно, нафиг это все, буду бегать. Сейчас еще на меня сверху вот так кто-нибудь свалится, так же, собственно говоря. И убьет меня точно. Я, кстати, немножко этих дальность прорисовки убрал, и поэтому я сейчас лагает у меня меньше, но и не прорисовывается вот эти вот чанки, как говорится, тени вот эти. Это тоже фигово. Сейчас сам прогружу их. Карта большая, в принципе. Вот эта коза меня скинула. Тварь. Так, пойдемте дальше. Я видел, там кто-то сзади меня идет. Так, живем. Несмотря на то, что я... Это снег? Это снег. Что бы это значило? Ой, неудачники. Даже я, когда свалился первый раз, на третий свалился с самого начала. Никак некоторые тут живущие. Так что я свалился сразу на третий, и я еще жив, а эти уже... Короче, я мог слиться самый первый, как говорится. Но я должен войти в тройку или затащить. Ну, по словам, или я должен сказать, что я должен затащить... Собственно говоря, я должен затащить в этом раунде, потому что я не могу так. Даже не знаю, что сказать еще. Ну, видео на канале будут тут. Но на этих выходных, думаю, не будет, так как на дачу еду. Я еще отпросился у мамы, чтобы в лагерь не ехать ради этого. Олень, олень! Нет, не трогай меня, пожалуйста! Так, все. Я его, кажется, скинул. Ну, не тащим. Да, сегодня не мой день явно. Ну, что это за снег, мне вот еще интересно. Кстати, на Хайпикселе добавили такую, можно сказать, фичу, что можно выбирать скорость. Вот. Например, беру алмазные ботинки, у меня скорость бесконечная берется, и... Хоть я гоняю на четвертой скорости, можно взять третью. Ну, чтобы медленнее гонять, чтобы, знаете, за друзьями следить тогда. Мне вот интересно, где они прыгают? Это на втором тот. Тут вообще на третьем, блин. Ну, конечно, я слился. Тем более, через два уровня пролетел. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Колян, подписывайтесь, я залагал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока!